Всем привет! Вы попали на канал Денисенко Анастасии. В сегодняшнем видео хочу вам показать много детской одежды. Буду показывать вам быстро. Много одежды она налезла на меня. Это как раз 158 размера на 13 лет. И фотографии вы можете посмотреть у меня в группе ВКонтакте и в Одноклассниках. Это вот то, что 158 размера я мерила. И сейчас быстренько я вам покажу модельки. Вот эта вот моделька у нас М334, это футболка на мальчика. Очень хорошего качества, такая достаточно плотная и 100% хлопок. Вот эти вот капри я померила на себя, это капри на мальчика. И эти капри, они очень подошли мне, то есть по бедрам они мне даже влезли. Иногда я размер себе беру в магазине какой-нибудь там 42, и он не всегда влазит мне именно на нижнюю часть. А вот этот вот мне оказался как раз. И это капри для мальчика, модель 347, 158 размер. Размер бедер у меня, где-то объем бедер, примерно около 90 сантиметров, может быть, где-то 87. О качестве я не буду отдельно говорить, потому что качество на самом деле на высоте. Кто вот пробует, кто приходит ко мне здесь и вот щупает это все в наличии, трогает, и кто привык брать вещи, ну, кто берет, кто привык, у кого есть дети, кто берет вещи, они знают, каково качество и как их сравнивать. Поэтому кто брал, кто смотрел, говорят, что все на высшем уровне. Вот от этого платьица я вообще в полном восторге. Это из старой коллекции для девочек. Его артикул в компании D52. Это из распродажи. Джинсовые, вообще великолепные, безумно красивые. Если бы был такой 158 размера, я себе обязательно взяла, потому что в принципе он достаточно такой женственный, такой девичий, и на лето было бы самое то. Нет никакого различия. Это 4 года, 3 года. Ну, я не знаю, для кого-то, может быть, эта моделька покажется немножко такой вот слишком маленькой, но для маленького возраста. Но если бы был бы большого размера, я бы обязательно себе вот именно такой взяла. Мне очень понравился. Безумный по качеству, вообще великолепный. Это вот не такая вот джинса, которая плотная. Это немножко джинса такая вот не тянущаяся, скажем так. И 100% хлопок по джинс сделан, по джинсу. Это у нас капри для девочек бежевого цвета, моделька у нас D39, тоже из старой коллекции. Вот сейчас как раз распродажная коллекция, уже много чего разобрали. Некоторые остались и размеры, некоторые остались и цвета, расцветки, но всего прям совсем по минимуму. Поэтому торопитесь, если кто еще не успел заказать что-то из распродажи, не думайте, потому что качество вообще отличное. И если вы, допустим, такая же маленькая, как и я, то можете заказать себе вещи. Я, кстати, буду делать фотосет себе. Я заказала вещи 158 размера, девичьи, девчоночьи. И у меня будет фотосессия с этими вещами, и видеосъемку я, скорее всего, вам покажу. Посмотрите, как это выглядит все вживую. И посмотрите, что на самом деле 158 размер можно носить и на себе. Ну, если же вы такой комплекции, как и я. Это моделька D19 на размер 152. Вот я заметила, что если что-то брать мне с коротким рукавом, то лучше брать мне, конечно, 152, потому что 158 слишком на мне широко сидит. Ну, тоже посмотрите, я покажу мальчишечи, по-моему, пиджачок, он слишком свободен на мне, слишком свободно смотрится. А вот 152, если без короткого рукава, безумно на мне вот супер сидит. Вот я имею в виду по талии. Я не люблю вещи, когда они такие вот все висят на тебе, все болтаются. Я люблю все-таки вещи в обтяжку. Это новая моделька D443 из новой коллекции и размер 158 на 13 лет. Достаточно такая большая, мне кажется, она даже немножко большеватая будет. Очень такие вот интересные у нее рукава, как бы как колокольчики, что ли, и сделаны они не из хлопкового материала, а вот из такого как шифонового, прозрачного. Здесь 95% хлопок и 5% эластан. И сзади вот есть такая вот штучка, букетик, как бутоньерка из цветов. Это блейзер для девочки D204 из новой коллекции. Ну вот я на себя примерила, мне он, к сожалению, оказался немножко свободным вот здесь вот сзади. То есть он получается, что по рукавам мне как раз, ну, можно было бы чуть-чуть подлиннее, а вот задняя часть у него немножко отторчивается. Я вам, наверное, сейчас примерю его. Торчит, отторчивается. Слова такие выбираю. Вот немножко он свободен. Вот у рукавок получается, что он мне такой вот большеватый. Вот видите, если я поднимаю руки, то немножко смотрится как коротковатый. Конечно, если брать что-то с длинным рукавом, то
ну, вот на грани как-то все это выглядит. Хотя, когда я руки опускаю вниз, мне, в принципе, это нормально прикрывает половину моей ладошки. И вот в плане комплекции по талии, да, вот здесь вот кажется все свободным. То есть я не привыкла, если честно, к таким вещам. Я бы люблю, чтобы более-менее было такое вот обтягивающее. А здесь смотрится, я не знаю, насколько вам видно. Здесь, в принципе, вот есть такой разрезик специальный. Это, в принципе, специально все так вот сделано. Но в целом очень свободно. Мешковато немножко смотрится, но если девочка, допустим, комплекция чуть-чуть поплотнее, потолще, потому что у меня в талии где-то около 60 сантиметров, грудь 87, если девочка, то что бывают девушки в возрасте 13 лет, они крупнее меня, и поэтому если ваша дочка, она немножко крупнее меня, ей вот этот вот блейзер, он 100% подойдет. Ну вот и все, спасибо большое за просмотр, все остальные фотографии, реальные фото можете посмотреть у меня ВКонтакте и в Одноклассниках, в группах, в разделе «Детская одежда». Спасибо большое за просмотр. Всем пока-пока.